Отсидев 7 лет, за убийство мужа была оправдана и выпущена из-под стражи. Дина, скажите, чем вы намерены заняться сейчас? Я хочу детей своих вернуть. Большая субботняя премьера. Юрочка, Даша, у меня дороже вас нет никого. Я вас очень люблю. Екатерина Гусева. Если ты еще раз подойдешь к моим детям... К твоим? Да, к моим. Это мои дети. Дарья Поверенного. Почему ее отпустили? Это чудовищная ошибка, она виновата. Александр Самойленко. Ну почему ты думаешь, что это Дина убила твоего брата? Ты видела, как она это сделала? А кто? Кто его убил? А что, больше некому, что ли? Кирилл Гребенщиков. Убийца должен быть наказан, но в первую очередь найден. Мной. Всегда идти до конца. Я сама все решу. «Наперекор судьбе». Премьера в субботу в 21:00 на канале «Россия».